вами Снежана Про, команда молодости нашей. Мы сегодня идем в Мюнхенскую резиденцию Баварских королей. Сейчас покажем, будет интересно. Мы уже здесь когда-то были. А что, жопу чешу, говорит, показывать? Мы и спереди, и сзади. Вот такая бронзовая статуя на входе. А? Где короли? А, вон костюмира. Нет, не надо. Вон, смотри, костюмированные короли вышли на перекур. Они вышли на перекур. Вот такой вход. Это где касса? Это не основной вход. Основной вход закрыт. Это здесь кассы, кассы и гардеробная, наверное. Так, сейчас пойдем. Сейчас вот эту комнату сначала снимем, она первая. Потом пойдем туда, в зал. Сейчас жду, Аллочка сдает рюкзаки. С рюкзаками нельзя. А я сумочкой одной. Меня можно. Сейчас Аллочка в гардероб сдаст. Такая красота. Мне очень нравится. Мы были с Малой тут один раз. Мне очень понравилась. Очень красивенная резиденция боковая этих королей, этих баварских. Тут 2 часа можно бродить. Не устанешь. Пошлите, ребятушки. Какая красота. Это не тот еще зал. Это еще не тот зал, что я вам говорила. Вы можете фотографироваться, начинать. Очень красиво. Тебе дать телефон, Саш? Будешь что-то фотографировать? Мне память только засоряется. Такую красоту. Надо ей камеру удалить. Удалить? Ты что? Заблокировать. Да, здрасте. Придумал. Сейчас зайдем сюда, посмотрим и обратно будем возвращаться обратно. Там в другую сторону нам надо будет идти. Смотри, тут фаянс, этот фарфор. Королевский фарфор, Саша. Да, один раз. Зимой мы с Малой. Угу. Ну, потому что тоже без тебя, это с тобой. Ну, конечно, ты же интересно комментируешь тоже, мы обсуждаем, что-то первое. Вот первый раз, кстати, вот эта комната была закрыта зимой. Да? Да, ее не было, не было, я в этой комнате не была. Может, тут что-то новое? Да, может быть, реставрировала. Что-то сделали новое. Ты же бачишь, там стоят статуэточки маленькие, видишь, какие? Что? Статуэточки маленькие стоят. Зеркала здесь странные. Старые, странные. Они уже искаженные. Тут, да, я думаю, что их меняли уже, конечно. Мне кажется, если с того времени оно мутное-мутное уже было. И вот эти вот стекла меняли, конечно, потому что... Ну да. Ну красиво, конечно, могу сказать. Типа потолки и подобное. Андрей, а пустру покажите. Кого? Я показываю, да. Хрусталя. Вот это, вот это видно, что она старая, потому что мутное стекло уже. Золотые эти приборы, крышки, ну, они... Ну, не золотые, я думаю, они позолочены. Хотя, может быть, это медное еще такой, да? Металл, да, оно ж кушать как. Хотя это ж оно фаянсовое, оно, наверное, в нем только насыпали, не готовили есть. Ну да, насыпали. Вот такой ляпаковый, а там все же это из этого есть. Сделано фаянса, да. Красиво. Дюже красиво. Ну пошлите. Вернемся обратно и пойдем уже, как нам надо идти. С ракушек. Вот этот фонтан. Вот этот фонтан. Видишь, это зимний сад. Вот это же закрывали. И там вот это все сделано с ракушек. Приблизить можно, посмотреть телефоном приблизить. Слышь, тебя не смущает, что вверху у тебя цветы, они тоже сделаны с ракушек. Все с ракушек, а он подвесные это такие. Это силуэтен ракушка. А вот эти рыбы, посмотри, рыбы. Да, он наверх, покажите. Да, он наверху ракушки. Все с ракушек, да. А он вверху такие, с другой стороны он такие подвесные штучки. Тоже с ракушек. Да подожди, дай рассмотреть, дверь с ракушек. Потому что нельзя, наверное, уже в таком состоянии, старый, в аварийном, там, наверное, негоже уже все, не работает. Оно... Он человек золотой. Ну, не считают. Это знаешь кто? Это этот, по-моему. Подожди, а кто был с крылатыми, крылатые у него это на ногах крылышки? Греческая мифология, на ногах крылышки. Этот Парис, вот, це Парис. Да, это Парис. Это Борис. Это греческая мифология. На ногах крылышки у него были. Это бог. Бог Парис.
лица. А ты бачив лица з губами? Круто. Такі, які гори. Там смотри. А, смотри, видишь, какая это ракушка внизу большая такая. Это ракушечка. А что, для нельзя жевать? Да, ракушки здоровые. Мне нравится, что все с ракушек. Офигеть. Вот даже руки сделаны с маленьких ракушечек. Облеплено все, обклеено. Шишки с ракушек сделаны, шишки даже. Офигеть. Очень красиво. А с другой стороны вот такой сад. Но он закрыт. Его закрыли тут. Ну, когда там, блин, когда? Когда строили цей дворец, ну, когда... Ну, сколько, 100 лет назад? Нет, надо посмотреть, кстати, в каком году. Нет, я не, это не 100 лет однозначно, это лет 300, наверное. 1581. Ну, пожалуйста. Первый, 1581. Вот, да. Замок строили. Да, то есть этому замку 500 лет. Ну, считай. Да. Почти 460. 460, да. Вот такие старые тут. Гобелены такие старые. Там туалет. Туалет. Так, а куда нам идти дальше? Где стрелка? А, вот стрелка. Нам сюда. Там туалет. Вот это я тебе говорила. Я вообще в шоке была. Глянь, какая красота. Вот это мне понравилась комната. Что то? Посмотри, какая красота. А вот герб. Этих баварских королей герб. Это же Максимилиан, вот этот главный король был. Баварский. Камин был, да. На вертеле кого-нибудь там вертели. Свинюшку какую-нибудь. Человек. Человека? Ну, если плохо себя вел, можно и человека. Сашу фотографируют для бабушки. Фото для родственника. Очень-очень-очень. Красота такая, конечно. Строили? Умели же строить раньше? А где подписано? Это же, наверное, какая-то имитация какого-то такого великого Микеланджело, типа имитация. Не, не подписано, ничья, ничего, не под, никакого этого. Чего воно? Хоч би підписали, да? А це, та ти бачиш, яка собачка? Ти посмотри на лапи. Це не собачка. Це типу собака-лев. Ти ж бачиш? А морда якась, бачиш? Пробуйте, яка вона приятненька. Ну, це ж мрамор. Надо украсти. Ти гониш, зачем вона тебе? Продаст. Кому ти продаш? Я сразу на первом же углу. Такой антикваріат продажу музейную. Тебя сразу і посадять на всі оставшуюся жизнь будеш это. Скажи, хлебачи. Ты шо? Пусть люди смотрят. Главное, видишь, одни в этих покрывалах бежевые, а другие какие-то в красном мраморе, да. Наверное, что-то да, что-то, наверное, отличается. Регалии, регалии какие-то, да. А он серенький вообще какой-то товарищ. Это как это? Я забыла, как название. Это зал, ну, короче, как воинов восхваления, восхваления как памяти. Да, люди сидят. Это как зал восхваления, как это, знаешь, это этих военнокомандующих, короче, героев, короче, да. Ну, потому что мрамор, да, оно ж как теплое. Нет, оно не теплое, оно именно отшлифованное. Ну, мы потрогаем чуть-чуть. Вот именно вот здесь попробуйте. Вообще такой, представляешь, как его вот это чем-то шлифовали, такое, до такого состояния, это ж надо было его, а ну видишь, вот это уже не лакировали, а это такое прямо аж залакированное. Да, прикольно. Это ихние разные вот эти. Вот тоже, видите, не блестит нигде. Ну да, есть матовая, а есть именно по рангу. По рангу кого-то шлифовали, кого-то не шлифовали. А вот для какой мужчина не очень приятная наружность. Смотри, какой вид, ну сразу видно, что злый был. Скажи. Весь на его нос. Да, на его морщины. Чего? У Саши работает на камеру, короче. Ты хочешь, чтобы нас посадили после выхода этого? Сейчас страйки. Страйки, так? Не знаю, как это называется, но гадости... Страйки, если ты страйка, тебе дают
ютубе, то тебя банят твой канал. Если ты, допустим, занимаешь там запрещенный, допустим, вы там ты снимаешь. Голого ребенка нельзя оголенного. То есть там вы все кровь. А, ну да, тоже, да. Сцены насилия, короче. Не знаю, как страйки, но гадости какие-нибудь написать могут. Ну, надо сказать, что мы гуляем, это выходной. Все услышали? Выходной. Суббота. Так, зал. Новый зал. Будут сейчас будут играть, да. Сейчас готуются. Сейчас послушаем, даже на концерт попадем. А? Что ты говоришь? Нельзя снимать? В час 10. А сейчас сколько? Сейчас сколько осталось? В час 10. Через 4 минуты вот. Но они уже готуются. Ну сейчас подожди. Но они будут симфоническое. Иди сюда, иди сюда. Моцарта какого-то. Саша, стой здесь. Сейчас я нарисовала. Не там. Герцогиня, да, я чувствую, що це моє. Ну, фотографіруй быстро. Ну, сядь. Господи, мать фотографирує, і воно сразу вскакує. Сразу вскакує, то що, фотографія ніяк. Називається «Жовта лестниця» називається. Це називається, написано «Жовта лестниця». Нам потом обратно надо будет возвращаться вот туда. Сейчас мы посмотрим, тут какой-то зал, наверное, пару залов. Я как-то по ковровой дорожке, как-то мне... Наверху красивый купол. Купол такой, да. Бачили человечки. Пошлите, люди делают фото, мы тут встали на самом. Ничего страшного. Глянь, какой замок. Слышите? А гляньте, какой тут с секретом замок. Туда уже все, не заходим. Это мы там потом зайдем. Ну, картины. Якісь Альпы, наверное. Видишь, австрийцы. Австрийская армия. Смотри, Эрстес фор зима. Это первая комната. Первая комната. Типа... Перед комнатой этого, да? Ну, тоже это какое-то озеро. Видишь, вода на воде какой-то. Эрстерс фор цима. Перед комнатой царя, короля. Прихожая. Прихожая, да. Какие-то, наверное, диванчики. Мне кажется, тут стояли диванчики для ожидания. На аудиенцию приходили. Служила гостиная и спальня для обслуживания персонала и сотрудников службы безопасности. Угу. Он бы подавлен, как он относится к циклу картинам Наполеонский. Наполеон. Угу. А, так это Наполеон. Наследный принц, а затем король Людвиг 825-1848 заказали для боевого зала данного зала. То есть, ну, войну разрушился. Ну, видишь, короче, это Наполеон. Это французская армия. А это битва, как? Где они там бились на озере? Битва Наполеона была.